Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Аквакей Geek Glam Vol. 3. В общем, вы меня заставили послушать Аквакея. В целом, я сам не являюсь фанатом его творчества, более того, за Аквакеем мы не следим. Но в этот раз, так как было много сомнительных альбомов, я добавил все интересующие и не интересующие вас альбомы. И Аквакей, тем не менее, вырвался в топ-3, то есть ажиотаж все-таки был, и вы хотели, чтобы я его послушал. Третье место он занял в списке альбомов, набрав 16%, что на самом деле достаточно много. Вот, а если вы тоже хотите голосовать за ваших любимых артистов, то каждую пятницу опросы в ТГ, обязательно подписывайтесь, и не забывайте также про Twitch, Boosty и Discord. На Twitch мы с ребятами, если что, общаемся, смотрим, слушаем музыку, вся хуйня. Так, Вайткира пишет. Короче, Афан, расскажу про Аквакея. Этот альбом чисто микстейп, типа как условно у Трилпила Birthday Mix. Предыдущий альбом был намного лучше, и он прям альбом-альбом. Это так, но оттуда я тоже треки добавил. Но предыдущий альбом я могу целиком слушать. Интересно. Так, ну что ж. Я вообще не знаком с творчеством Аквакея. Буквально пару каких-то вещей мы с вами слушали. Я даже не вспомню, какие. Вроде что-то отсюда, с кодом, может быть, или нет. В общем, плохо знаком, но то, что это какой-то альтернативный звук, SoundCloud-тема, я думаю, ну, это примерно что-то такое, я в этом уверен. Вот, кавер, бля, крутой, кавер мне нравится, вот, это что, трек-лист тоже пиздатый. Если что, на Твиче у нас еще вот такой пиздатейший прогноз был, ебать просто. В какой части будет лучше трек, в какой части мне зайдет больше? Давай смотреть, это альтернативный френдли так. Да, но при этом вы мне написали, что он начал делать раньше, чем Friendly Talk. Окей, жестко. Участник коллектива Doom Rushes продолжает стремительно набирать обороты. Его трек Fitted Latex завирусился в социальных сетях, что привлекло к артисту внимание гораздо более широкой аудитории, чем раньше. Это здорово. То есть даже мое внимание вы тоже как бы все привлекли, но это не благодаря какому-то второму треку. Вы просто просите уже пиздец как много лет. Сегодня Аквакей представил вниманию слушателей продолжение своего самого популярного релиза под названием Geek Glam. Третья часть микстейпа продолжает развивать фирменное экспериментальное звучание исполнителя, вдохновленного разными жанрами и поджанрами андерграунда, электроники и разных ответвлений трэпа. Нихуя себе. Жестко. В общем, что я вам хочу сказать. Это будет первый полноценный релиз, который я послушаю у Аквакея, потому что вы попросили. Соответственно, он будет не выкуплен шансом 90%. Вот. Но, если вы хотите погрузить меня в мир Аквакея и в целом его релизы, то обязательно предлагайте в комментариях его старые релизы, которые вам нравятся. Второй Geek Slam, первый... Почему Slam, если Glam? Второй Geek Glam, первый Geek Glam, более старые альбомы, какие-нибудь новые альбомы, в общем, что угодно вашей душе, предлагайте в комментариях. Если ваш комментарий наберет достаточное количество лайков, то мы обязательно послушаем это в качестве бесплатных заказов. Вот. Ну что ж, давайте смотреть, что это такое. Let's go. Первый трек «Glamour Interlude». Glamour. Blonde. Glamour. И брюнет. Бит Ботаник, охуеть просто. Так, из Doom Rushes чел, окей. Слушаем, первый трек, let's go. Это новый сезон, чуваки. Я его собираю прямо сейчас. На ваших глазах. Допустим. Это интерлюдия, да? Это лето 2024 года. Geek Glam 3, нахуй, легендарное событие. 10 треков, 10 хитов, все от души и сердца для вас, друзья. Но в первую очередь для меня самого. Я обожаю музыку, прошел все круги ада и жирно кайфую. Жирно только я здесь. Да. Нахуй депрессию, нахуй наркотики, я трезвый. Мне никогда не надоест делать искусство, йоу. Эй. Альбом хуйня, пишет знаток Эзерил. Я не любого дерьма из чартов. Я на стрите детства тегал еще в школе на партах. Они все мои фены, просто не палят годноту. Вокруг хрустящий кэш, возможно, я в нем скоро утону. Это лето наше, вокруг меня легенды. Эти блядь, люди мне дороже всех денег и респектов. У меня не бывает кризисов, я не вру в текстах. Я торчал как сволочь, но сейчас чистый как стоя ста, сука. Заберу то, что мое. Я в гламуре по колено, наливается майот. Бля,
да. Но ломает, я всегда близок к народу. И неважно из какой страны, какого региона. Послушай, я локал, но по всему миру. Не надо охватов, я просто хочу себе суперсилу. Чтобы люди перестали убивать друг друга. Чтобы поняли, что мы едины, просто ходим по кругу. Да, и тут не важна конфессия, цвет кожи и язык. Насилие порождает насилие в один миг. Да, я хочу убить каждого, не хочу видеть его кровь. Да. Моя суперсила — это любовь, это любовь, это любовь. А. Это любовь, Спасибо тебе, ботанику, за эту красоту. Пожалуйста, братан. Сражайтесь, пока мы живы, йоу. На поиске. Гиглэм 3, нахуй. Погнали. То есть вы вообще мне не пиздели, да? Реально альтернативный... Так, допустим. Что скажете конкретно по этому треку? Это прям полноценное интро за счет огромнейшей интерлюдии. Как это полноценным треком слушать, не совсем понимаю. Из первого трека, что я могу заметить, прикольно играется с ритмикой. На достаточно такие олдскульные биты, если можно так сказать. Вот, для интроги прикольно. В целом, если будет такой стиль на всем альбоме, я ни одного трека, скорее всего, не добавлю. Не моя хуйня. Типа, прикольно это будет сейчас послушать, насладиться, возможно, качественной работой. Но чтобы добавить что-то, если будет такой весь звук, то есть... Вы чувствуете, да, что в куплете он ломает ритмики, по-своему это видит, и прикольно ебашит, прикольный стиль, в нем что-то есть, крутой. Это реально, я бы сказал, что это гораздо более интересный френдли так. А, там почти все треки разные, это микстейп. Понял. Ну вот конкретно про этот трек, типа вот про куплет, гораздо более интересный френдли так, типа вот, все. Потому что у Тага, ну в частности последний трек, пиздец какая скучная музыка. О, я зашел в ТГ, я уже вижу вас. Ебать, неужели, нахуй, вы что, реально на эту хуйню ставите? Респект еще, блядь. Ай, респект, ребята. Ой, бля. Бля, ебанутые мужики, охуенно. Просто респект. Молодцы, просто супер. Алкотестер! Привет, брат! Окей, не буду больше отвлекаться. Сейчас только. Идем дальше. Брат, у тебя щеви или пясик? Мне заебали с этой хуйней. Что это значит? Я не шарю за эту хуйню. Вот, это не смешно, но я тоже так думаю. Ой, блядь, где? Короче, у тебя писька фимозная или ты охуеть? Вы чё, ебанутые? Ладно. В общем, первый трек мне не зашел, но стиль прикольный. У Тага треки скучные последние. Да и альбом, если честно, скучный. Там реальный, который прям реально пиздатый трек, это Лос-Анджелес. Вот прям реально пиздатый. Ну ладно, есть еще несколько, но... В целом, да. Это... Своего рода какая-то проба, и у этого порог вхождения больше, чем у Тага, я думаю, да. Короче, интересный трек, но вообще не мое. Old Money Blackout, Glory Case, жестко, слушаем. Фан, вы гей? Ну так, 50-50. Афан, это чё, раньше такой стиль делал? Я вообще, я без каких-либо упреков. Я ничего против не имею. Я понял. Просто популяризировал этот звук так, к сожалению. Альбом скучноватый, Нинко? Окей. Как-то не до всех моих друзей. Я... Приноси сюда, я... Я... Old Money, New Money, Old Money. Я нигде нет места.
место. Опа. Нету дома с тех пор, как я становлюсь известным. Вот бит интересный. Мы все тачки, но мы старички. Ебать, скрипочка поёт. Успех не слепит меня, я ношу дизайн-очки. Ой, воу, мне нигде нет места. Нету дома с тех пор, как я становлюсь известным. Это Лайк. Все ебать непросто, но мне повезло. Забираю новый день, я побеждаю зло. Old money, new money, old money, blackout. Коктейли для всех моих друзей и красивых дам. Респекты с окраин и центров, со всех округов. Дай мне сквад и пятку скана, я на все готов. Витамины, кокер, тёлки в тейхе, лижу туши. Я больной мудак, но она любит меня слушать. Я люблю душить ее, когда она кончает. Доставляю радость людям, что они мечтают. Потом пропадаю. Я игнорю трубки. Никогда не трезвый, но всегда в светлом рассудке. Всегда есть идеи, как подняться еще выше. Как настакать кэша пачки этих сотен тысяч. Для квартал, дяди летят, я их прошу потише. Они такие типа, воу, я поджигаю свишер. Old money, new money, old money, breakout. Коктейли для всех друзей, я. Вот развитие. Old money, new money, old money, blackout. Коктейли для всех моих тут друзей. Тут ладно, тут маленький коктейль. New place, я свой. Хотя, ну, разнообразный, да. Сыровар не еду. Красиво выглядит, пиздец. Вентрак. Но мне нигде нет места. Нету дома с тех пор, как я становлюсь известным. Вот это он, да. Мы все торчки, но мы старички. Успех не слепит меня, я ношу дизайн-очки. Мне нигде нет места. Нету дома с тех пор, как я становлюсь известным. Это все ебать непросто, но мне повезло. Забираю новый день, я побеждаю зло. Old money, new money, old money, blackout. Коктейли для всех моих друзей и красивых дам. Old money, new money, old money, blackout. Нет, свидос как будто актуальный для такого звука. Не знаю. Я к свидосу доебаться не могу. Типа норм. Old money, new money. Мне не режет ничего, я хуй знаю. Окей. Вот это уже оно. Это уже оно. В чате тейк был? В чате тейк был? Лучше бы акваке в масле, чем тага, интереснее и свежее гораздо. Проблема вот всех этих форс-тем, в основном, как раз-таки, то, что вот почему типа так, а не этот. Ну, потому что у тага вот эта пацанская хуйня в лоб, вообще типа ебать в лоб, он взял просто и ничего не придумывая, то, что было раньше, это как-то на новый лад сделал, и за ним пошли. Вот, искренность вся хуйня. У Аквакея, вот из того, что я сейчас слышу два трека, это все гораздо сложнее выглядит. Что бит, что подача, что свидос, у него вообще другое. Поэтому назвать его как бы тагом, блять, то, что я тут сравниваю, это спорно. Поэтому Аквакею просто не зафорсится настолько, как это тагу, как это так сделал, мне кажется. Да это разно вообще, хуй знает. Вот я тоже думаю, да, вот. Аквакей не массовый звук, то есть это реально альтернативный таг, но... Всегда, короче, у нас так, блядь, чем интереснее и разнообразнее треки, тем, блядь, меньше шансов, что они захайпятся, я хуй знает, как бы, потому что нашим людям Анасти и Макан нужны, все, блядь, чтобы зафорситься. Типа, вот, засрите меня, как хотите, но вот единственное, что люди приняли, ну, в хайп из разнообразного, интересного звука, это вайперы, вот, правда, вот я считаю, что реально вот смогли принять. Я не говорю там про Мьюмета и Фортуну, потому что у них один по одному треку нахуй и зафорстились, и все. По сути. Вот именно чтобы стабильно брали, выкупали и интересовались, при этом держась на хайпе, из интересных звучаний, это вайпер, как будто. Но Кода не зафорсили, Коком бы еще. Не, у Кока... Кок не согласен. В 22-м году, может быть. Вот про Имага. Сейчас Кок уже что-то вообще ни о чем. Кока, мне кажется, не поняли. Не. Не пизди, у Фортуны норм треки форсятся. Не, ну я как бы, наверное, действительно стоит ебло завалить, потому что что, я его не слушаю. Но вот конкретно Try to Friend, то, что прям пиздец форсится, а что там еще форсится, я хуй знает. Если что-то еще форсится, то сори.
Вот он тоже интересный звучок делает и как бы форсится. Но все равно он не форсится настолько, как вайперы условные. И так. Я вот про, ну, про это говорю. Фортуны форс лютый. Окей, окей, хорошо. А вот какие сейчас форсится у девочек, слушающих кишлака? Так, а как такое случилось? Вопрос, а как такое случилось? Не думаю. И ангел? Вот давайте даже гляну. Может, я слышал. Ты осторожно, скользко по твоим пальцам. Ты пробуй любви. По астралу совместимы наши мысли об одном. Я снимаю свой рабик. Не думаю. Не думаю. Не думки мейкап. И разговоры ни о чем, а надо хочешь. Хз, что там форсится, но звучит прикольно. А, понял, да, окей. Я не знал, что с фортуна, просто нихуя себе. Окей, ладно. Но все равно, вы понимаете, что, ну, типа... Ну, он такой, он... Ладно, ладно, окей. Я ебало вальну. Ох, фортуна, хорошо, вайперы, фортуна. И аквакей, ну, может зафорситься в теории, но я сомневаюсь. У нас, потому что, блядь, такие люди, которые почему-то за этой, за интересной музыкой не идут. Ну, потому что... Ну, я понимаю, почему. Потому что чаще всего... Они не углубляются в музыку глубоко, им просто что-нибудь на фон, что-нибудь там потанцевать, что-нибудь попеть, блядь, покричать нахуй от души и все. То есть они не погружаются в это, они не идут за этим. Вот, им как бы похуй, поэтому понятно. Фортун не слушает, все равно как будто чисто тиктоки снимают. Я и говорю как бы даже, ну, банально про тикток форс. Хуй знает. Так, ну давайте дальше. Old Money Blackout охуенный трек. Возможно, чуть-чуть задушил, но я этой духоты не чувствую. Охуенная ритмика, бит очень круто построен. Свидос интересный. Прикольный трек, очень крутой. Мне зашло, мне зашло. Street Stage. Вот сейчас ебанутый трек, там звук лютый. Окей, okay. Ice Dancer. Who is you? Окей. Okay. Слушаем. Ice Dancer. Детка, ты знаешь, ты не мой так, но все равно хочешь ко мне. Ты знаешь, что я пропаду, но будешь помнить навсегда ту ночь, когда я до тебя был самый близкий человек. Я так хотел тебе помочь и дал один важный совет. Не верь никому никогда и пеняй только на себя. Я был говно, но все равно я сраный уличный мудрец. Да, мудрец, да, мудрец, да, 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 мудрец, да. Мудрец, мудрец, бабки, тут дымятся хапки. Роскошь, тёлки, мы голодные волки. Тачки, скорость, наркота повсюду. Бизнес, темы, все серые схемы. Артисты, поэты, мы вышли из гетто. Подружки, модели, все колеса съели. Этот лап мне дал с небес Господь. Я буду для него слугой. Кидаю пары в осаю. Мои амбиции ебут. Я делал кэш еще малой. Потом поехал головой. Не нужен рехап, иди в пизду. Я сам себе помочь смогу. Не психопат, так что пиздец. Я просто уличный мудрец. Уличный мудрец, я просто уличный мудрец. Очень интересный трек. Вот, звук прикольный. Подача интересная очень. Детка, ты знаешь, ты не мой тайп, но все равно... Вот это похуистическая харизма. Звучит прикольно. Но душно, потому что напряжение всего трека... бит не развивается вообще. Идея прикольная, реализация сомнительная, можно было сделать интересней. Можно было сделать интересней, не знаю, как по мне, однотипно заебывает, но идея крутая. Я не добавил. Я второй раз слушаю, мне не нравится. Глеб мог сделать лучше. Вот я про, да, про то же, что идея, вот идея мне нравится.
крутая, но можно было лучше сделать. Но его заебал рэп, поэтому проблема. Ой, сейчас Jesus 2.0 начнется, нахуй. Так всегда Russian Doom делает, ты так привыкнешь, поэтому чего не в массах. Так ты привыкаешь. Ну окей. Окей. Афон, какой самый недооцененный музыкант по твоему времени, по моему мнению? Ну, я, очевидно. Уотамут. Или Оутамут. Фит Вайт... Кто? Вайтнер. Богдан Чоло Продакшн. Но тоже из Doom Rush'а с чел, окей. Слушаем. Ебать, нахуй. Старина Джо, нахуй. Хуяч мне ром на барную стопку, ёпта. Чё ты, блядь, сидишь, жопу протираешь? Косяк, я даже не успел одеться. Затянул еще и моих легких мало места. Бейты играй, я играю в нее с детства. Вот это так. Автомат, она целует мои руки. Прошел с бэнда, он не верит этой суке. Шатаут моим предкам, курю дерьмо в клетке. Находит в тонировке, не мешая на разведке. Хоть уходят, хотят есть, я везу для них наличку. Ты много пиздел, тебя поймали как птичку. Куришь только дичку, а не чекаю личку. Хочешь перебрала, передал ему водичку. Бля, пиздец, грустный, потому... Сори, я сейчас заново, чтобы понимали. Вчера Open писал на копирку, ну не на копирку, на альбом, буквально такие же рифмы, просто идентичные. Чё, блять? Охуеть. Что? Бля, просто пиздец. Буквально просто идентичные рифмы. Это просто пиздец. Ладно. Ты много пиздел, тебя поймали как птичку. Куришь только дичку, а не чекаю личку. Хочешь перебрал, передал ему водичку. Я постоянно грустный, потому что... Ну вы потом услышите, чего оправдал бай типа случайно. Давайте прямо сейчас даже покажу, чтобы байта не было. Стоя, любит меня сидя. Только, ну, версию другую покажу. Любит мой байп, и мы этим похожи. Теперь на новых схемах люди поменялись. Поджигают джойн, чтобы скинуть усталость. Ты нихуя не черный парень, тебе показалось. Я снова первый номер, это мной предполагалось. Рифмы почти на уровне MVP VIP. Ну да, но личку и наличку, да, а птичку сюда, ну типа как бы. 1% на телефоне. О, хорош. Я твое имя знаю, по имени Сатон. Хорош. Эй, окей, мне не нужен ровер. Пройду где угодно, мои мысли только они. На остальных у меня толер. Знаю, как тебя найти, мне не нужен номер. Бля, хорош, слышь. Не чувствую боли. Гораздо разнообразней пиздачи делать. Больше, чем они, когда мне светят твои глаза. Охуя начал. Так, сейчас я покажу, короче, трек, который open, но он будет вообще по-другому звучать. Он вообще будет по-другому, если что, звучать. Он вообще будет по-другому звучать. Сейчас найду. Именно этот момент хочу, мне похуй. Паши Харумацуи тоже не хватает на альбоме этом. Ну, так, секунду, это надо не тут искать, это надо искать. Ну, получается, вот тут, да? Так, я офнул. Ага. Все. Короче, вот, но трек по-другому будет звучать в конце, но вы просто вот хотя бы сейчас... типа демку послушайте, хотя там и так все демки будут звучать, по сути. Но по-другому будут звучать. Слушайте. Я игнорировал Шелдину личку. Вот почему это фит за наличку. У меня в городе нет даже почты. Отправил письмо через птичку. Вы поняли. Такие же рифмы, это пиздец.
Ну и хуйня, так это не рассчитано, чтобы вы это слушали, блядь. Лучше не... Лучше... Но... Донни, это разъем, дай залечу. А что вы смеетесь? Вы же знаете, какого уровня альбом. Что смешного вам, я понять не могу. Вы же знаете, что это не музыкальная хуйня. Плюс он по-другому будет звучать. 1990 Morkiu. Не знаю, кто это. Очевидно. Это если бы... Аквакей, перестань слушать мой альбом. Нет, не хочу. Kill Me Karma. Ну, я-то вам хотел... Я вам хотел рифму показать, блять, а вы уже начали ржать. Ну все, терпеть вас невозможно. У него пиздать еще биты. Ну вот. Петр Мамонов! Как обычно переведем, конечно. Да, без этого. С Гиким попомали, да. Аванов Мюзик. Короче, охуенный трек. Охуенный трек. Кайф. Лучший в первой части. Вот он будет бороться. Против второй части, я думаю. Бля, ну слушайте, первая часть меня порадовала. Второй, четвертый, пятый пиздатый треки. Третий интересный звук. Первый тоже интересный звук. Бля, ну окей, окей. Это крутой чел. За ним надо следить. Уже 100% могу сказать, что чел за челом точно стоит следить. За отныне мы будем релизы Аквакея разбирать. Они будут в голосовалках. Если я сказал это в песне, то я имею в виду это. Я буду говорить на этом сильном, я буду править. Шафти загревает по шнурку, я его побил. Я не могу привести ее к себе домой, она есть. Если я сказал это в песне, то я имею в виду это. Ладно, там дальше оно такое. Чувак, я чувствую себя как основанный бог, много шлюх на мой член. Раскачай палку как стержень, беги на свою сучку. Размахивайте этой палкой, я оставлю его в задницу в списке травм. Фина поднимется в этом году, да, я буду освещаться. Надень постные задницы, потому что эти кто, дети? Надень постные задницы, потому что эти кто, мягкие? Закрой, отправь мне пачки, я уберу их. Закрой, отправь мне пачки, я уберу их. Просыпайся, порубись со мной, когда я зеваю. Просыпайся рядом со своей сучкой, и она возбуждена. Мы с собаками, но мы не будем лаять. Охуеть. Ебанутый, что это за перевод? Наливает пивка, я забиваю, блядь, ебать.
пришлось бежать назад, потому что игра выглядит скучно. Когда я играю в демо, я засыпаю и в конце концов храплю. Пули постоянно дождятся, а они будут. Беги на 5, ты будешь чувствовать это без предупреждения. Ты можешь думать, что я сгибался, но это дерьмо нормально. Много кто говорят, что они капли, но их шишки ужасны. Кто в это верит? Сейчас, секунду, ребят. Я был уверен, что я пукну с твоей сукой гамба яя. Там реально была такая строчка, я ее въебал. Ладно, забейте хуй. Они это перевели как капли. Да. Да. Это просто пиздец. Полный. Так, ну и первая часть крепкая очень. А, это у чела на щите с антиглоком. Помню. Угу. Да, было дело. Было дело. Идем дальше. Короче, чел прикольный, но Аквакей лучше. Аквакей лучше прочувствовал, но окей, базар. То не руинит. Кайф. Кета, папа. Глори Кейзик. Слушаем. Решает ебануто. Анаконда душит жопы, моя pretty face. Все дела. Один из лучших. Я мучу себе дерьмо на бейс. Я мучу себе барик на старый, чтобы жить у моря. Помню гарик в Питере, поплюхи на девятке сборе. Это нереальный кайф, когда ты забираешь день. Этот полный бэк травы в Бангкоке улетел за день. Улетел за сутки. Нет, это не мутки. Бизнес-класс и кетамин ебашит с моей трубки. Да, хотя кета папа. Кристаллы, я так больше не могу, я делаю бабки, что хочешь тебе куплю, не смотрю на ценник, я жгу эту коноплю, я тебя очень люблю, но ты бывает меня бесишь, я лечу на байке пьяный в темноте прямо по встречке, на я не боюсь, нет, я не боюсь, на я не боюсь, нет, я не боюсь. Охуенный трек. Да, окей. Так, чем мы вчера слушали? Мимета и Штрих-кода. Бля, какие крутые альбомы в эту пятницу.
Афан, я тут, я в говно. Как альбом тебе? Охуенный альбом. Очень, короче, крутой атмосферный бит с сэмплом. Очень мягко он на него залетает. Круто. На грани духоты, но... Кайф. Блять, уже первый трек второй части ебануто соревнуется с пятым. Мне тяжело выбрать. Да и четвертый там пиздатый. Я думаю, четвертый. Я думаю, второй просто крутой. Как бы четвертый, пятый и шестой его перебивают, но тем не менее трек пиздатый. То есть, если с первой части брать какой-то трек, то либо четвертый, либо пятый. Но шестой это, бля. Тоже кайф. Тяжело будет выбирать? Пиздец, ой, тяжело. Ты еще не слушал прошлые гики? Бля, с кайфом послушаю. Предлагайте в комментариях. 100% предлагайте. С кайфом послушаю. Восьмой лучший. Охуешь. Хорошо. Там еще впереди много всего, поэтому, я думаю, торопиться не стоит. Да, потом, если что, в конце выберем. Сейчас нет смысла выбирать. Кайф, бля, я ебанут кайфую. Это охуенный альп. Реально, это... Очень крутой чел, который мягко залетает на свой стиль и прекрасно его чувствует. Это ебать какие атмосферные треки, это очень круто, это очень крутой чел. Я без подках альбом Вормгенгера лежит и норм лайков набрала. Ребят, если что-то набирает лайки, я за этим просто чисто физически не могу следить. Поэтому, если что-то набирает лайки, в чат ТГ, пожалуйста, присылайте, чтобы я замечал. Потому что оно даже может набрать, но я могу это не увидеть. Поэтому я не знаю, не знал, что там Ворм набрал. Если он набрал, скидывайте, что набрал. Потому что я не вижу об этом. Вот. Следующий трек Форукса. Я скину потом. Я подожду, когда скинешь. Пока не буду. Киоми Карма опять. Тоже из Думраши. Окей. Думраши, я так понял, вообще прикольные челы. Слушай. Я в терминологии сегодня написал, сколько лайков надо. Можете почитать. Просто сейчас долго объяснять. Там написал сколько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну нахуй. Бро? Я хожу по грязь, двигаюсь на грязь, с утра уже в масный трактор. Тянгри слазь, я хочу истаять, как будто стал кирдус и картон. Интересно, хочу тебя очень интересно. Половом, потом заебало, кончилась мана, звуки с подвала, перспятнем. Это нереально, сток дженерейшн, всем все платит, то блядь, летят. Торчу на всем сразу, они хотят фото, просят концерт, хейтер сосай. На сиге в юху, ты шепишь мне в ух, что я самый лучший, так знаю, блядь. Татухма вроде метка жарко, да, мои джинсы так на 50. Весь смех натуральный, секс анальный, во мне сейчас где-то МГ 150. Я делаю бабки, я делаю славу и делаю все, чтобы все удержать. Мне похуй на мнение и на твой статус. Лайны кетамина, я буду играть. Это нереально, сток дженерейшн. Всем все платит, а блядь, летят. Мне не летят, че. Сток дженерейшн. Разум давно оделся, одел. Верю, что ты не хотел. Числа и цифры становятся рифмом. Я забываю имена. Я не помню, что именно. Что я сам убил меня. По ловушке для глупых ебан. В вечных бегах от себя и тех ебанутых. Мой день такой тусклый. Мой день такой грязный. Мой сам такой классный. Сегодня верю и на слов. Завтра в доверии отказано. Вау. Очень крутой флоу. Очень крутой флоу. Очень крутой флоу. Куда нужно нажать, если нужен рест? Ох, на то, что ты базаришь, честно. Ох, кто ты, мне не интересно. Ебать, кто я в работе. Забудь меня сейчас. Бог, кто ты, мне не интересно. Ох, на то, что ты базаришь, честно. Ох, кто я, забудь меня сейчас. Я хожу по грязи, двигаюсь на грязь, с утра уже в масле трактор. Тянгри слайс, я хочу искать. 10 лайков мало. Стал кирдус и картон. Курюсь фразы, хочу тебя жестко, плане половом. Потом заебало, кончилась мана, звуки с подвала, без пятнем. Это нереально, сток дженерейшн, всем все платит, то блядя летят.
будто недооцененный трек. Kill Me, этот, как его, Kill Me Karma, бля, ебать, крутой чел. Два бита, мы отсюда вроде у него слышали, оба разъеб. Крутой чел, запоминаем. Я сказал, что он ебанутый. Да, бро, я вижу теперь. Есть ощущение, что это недооцененный трек. Вот вам как? Вообще я 8-9 даю этому треку спокойно. Нестандартная ритмика, ломающая, ломающая, блядь, слово забыл, рамки. Особенно в конце, да, вот где он типа не попадает, но он не попадает везде. Это флоу такой, флоу пиздатый, звучит пиздато очень. Далее абсолютно другой флоу здесь, причем такой типа хаотический, ёбнутый, отлично. Тут уже более структурированная хуйня, но звучит пиздато. И заключительный припев. Охуенный 9-9, обработка охуенно. Да, и при этом это все обработано ебануто хорусом. Окей. Я что в плагинах не шарю, но допустим. Со 7 из 10 добавил, но не этот, на фите чел не понравился. Не, как по мне, вот на фите чел плюс вайп. Он дал то, что надо. SG? Он ли курс, это объясняйся. Охуеть просто. Так, бля, круто. Охуенный трек. Один из лучших. Че, я не добавил два трека? Первые треки? А пятый... Почему пятый не добавил? Добавил, вообще-то. I am not tired. Ага, я так понял, I am not tired, всем жестко зашел. Я его писал просто лютейшим грибном трипе. Там проект пиздец, просто вы бы видели. Дай бог здоровья Айси Саусу за то, что он смог вас вести. А, вот, как раз. А я это от Вилончика прочитал. Короче, он всем жестко, да, зашел. Ну вот вы тоже в чате пишете, что восьмой трек ебнутый. Так, квазар.вав. Квас... Тарас, это ты? Степка Брос в чате? Не, он вроде не в чате. Не, он в чате был. Бро, это ты? Реально против Акваки все это время молчал, блядь? Просто пиздец. Весь чат на альбоме. Так да. Мидикс! Да ну нахуй. Свеку челоник, верите? Пикселяв. О, Экио, знаю такого. Я кикпоушен разводил. Да, я садил. Все, слушаем. Следующий трек. Нет, я не устал жить. Нет, я не устал жить. Я не хочу жить. Охуеть. Я да не устал жить, я не хочу жить, только с тобой быть. Я да не устал жить, я не хочу жить, только с тобой быть. Я б только одну ночь, я б только сутки, вдохнуть твой запах, видеть глаза твои, видеть в них небо, видеть свою смерть. Снова и снова видеть свою смерть. Снова и снова, снова и снова видеть свою смерть. Нет, я не устал жить, нет, я не устал жить. Я не хочу жить, только с тобой быть. Сильно. Ты со своей любовью, ты со своей правдой. Ты так любишь эти бабки, мы все любим эти бабки. У всех своя правда, ты не виновата, ты не виновата. Ты кричишь мое имя, когда мы едины, когда мы под грибами, под небесами. Да, в плане разнообразия есть более пиздатые треки. Бля, глаза опять болят, сука. Только с тобой быть. Я да не устал жить, я не хочу жить. Только с тобой быть. Я б только одну ночь, я б только сутки. Вдохну твой запах. Видеть глаза твои, видеть их небо, видеть свою смерть. Бля, ну,
подошел и снова, видеть свою смерть. Снова и снова. Красиво, да, звучит. Хороший трек, но не лучший. Структура сосет вообще многим трекам. Не-не-не-не-не, восьмой точно лучше. Хороший трек, но сосет вообще по структуре жестоко. Потому что в куплете даже флоу не меняется. Бля, красиво, эффект пиздатый. В куплете, да, ладно, другой инструментал, не буду пиздеть, там оно все переливается, красиво сделано. Но два долгих припева, я хуй знает. По звуку это в топе с первым и седьмым треком. Звук. Сведение оцени с тем, что написал. То, что там исходники хуйня, все хуйня. Ну, свидос приемлем. Ну, типа, я не могу ничего сказать. Красиво. Красиво сделано. Красивый трек. Реально. Не лучший, правда. Все хуйня, давай мой свайк слушать. Для меня четвертый лучший свайкер. Хороший трек. Вот пиздатые треки. Прям пиздатые. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. А нет, ладно. Да, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Это пиздец. Но в гонке, если вот, которые участвуют в гонке за лучший трек, это с четвертого по седьмой. ББА фаначат. Пока, бро. Спасибо, что был. Бля, вот с четвертого по седьмой претенденты для меня ебанутые. И там было сейчас жестко в голосовалке. Просто тут нужно будет думать и, ну, точно думать, потому что, посмотрите, тут ебанутые баллы разыгрываются, да, в рамках нашего, в рамках, блядь, нас. Да. Короче, пиздат трек. Кайф. My swag. Слушаем. Бля, да, красиво, уникально, охуенно звучит. Крутой трек. Да. Ведь это мой swag. Это мой swag. Motherfucking мой swag. Бро. Это мой swag, сука. Мой свэк всегда со мной, его никто не отберет. И как бы ни пытались пиздить, он им всем в рот надает. Ведь это мой свэк, и он выкован из стали. Трек первый. Это мой свэк. Такой, как первый, да? Я его крафтил годами. Это мой свэк, да. И он уникален. Это мой свэк. Мои годы ебли и печали. Мои все близкие люди респектуют за мой свэк. Они знают, что за ним стоит не балабола, человек, личность. Не побоюсь этого слова. Личность, для которой чувство вкуса есть всего основа. Это есть фундамент для создания качественного рэпа. Без погони за феймом, успехом. Тут все ради свэга, ради реальных движений. Не без понтового флекса, ради улыбок девчонок, что меня видят впервые. Пиздец красивых, как будто вышли из фильма. Прямо из кино, и все мои мечты так близко, я могу до них дотронуться так близко, что стрёмно сорваться и не вылезти из омута своего эго и череды тупых ошибок. Слабость тоже формирует свэк, это его прошивка, его начинка, это микс из воспитания, насмотренности, наркоты и разочарования. Нет сомнений в моем свэке, только что он мне дает. Считать себя лучше всех станет только долбоёб. Да, я сделал 3 средних зарплаты за сутки. Вторил дрипы, взял курнуть и раскидал своим ублюдкам. Черт побери, ну почему всем всегда нужно больше? Окей, я вышел с мели, мой свэк всегда до семьи. Эти мотивы на бите меня с ума свели. Меня с ума свели, да. И свэка завезли. Окей.
Окей. Скучный, такой рефлексивный, но заебал. Да, 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 факт. Факт, согласен полностью. Да. Сука, я смотрю в чат. Сука. Бля, это пиздец. Очень скучный трек. Он типа первого. Он типа первого. И не мой стиль. Но сделано прикольно. Прикольная ритмика. Достаточно красиво. Но в плане концепта заебись идет, ибо к аутру подводит. Да, допустим, допустим. Слушаем. Snow White Marble. Последний трек. Kill Me Karma. Нам пиздец. Давай, покажи брату уровень. Мне снилось, что я был в раю, там город высечен из камня. Может, я скоро умру, и все окажется взаправду. Белоснежный мрамор, будто кости отражает небо. Слезы близких на сырой земле, я обниму их ветром. Пик горы, нет конца, я так хочу подняться выше. Меня сносит ураган, я в ожидании затиши перед бурей, что заберет с собой тысячи людей. Их кости хрустят, будто палки, будто шепчут мне убей. Мой ангел заживо горит. Он мне поверил изначально. Запах жженых перьев и глаза полные сострадания. Согрешил, да, я согрешил. И я покаюсь духом на вершине гор, но телом глупо разлагаюсь. Где-то там посреди леса меня раскопают волки. Я убил себе, чтобы попасть во сны. У правды голос горький, у бога юмор тонкий. Он кровожадный монстр, в моем сердце осколки. Доверчивый ребенок, я лишь хотел взглянуть на мрамор, что белее глаз. Я думал, что я инноватор, я первее вас. Мой ангел воплоти смеется, во мне много боли. Дал безусловную любовь, но отплатили кровью. Хорошая мой точка. Бог пирует, наслаждаясь каждой частью тела. Да, тебя спиздатый. Он рвет мой мозг, он ест меня, это больная тема. Мне снилось, что я был в раю, там город высечен из камня. Может, я скоро умру, и все окажется взаправду. Белоснежный мрамор, будто кости отражает небо. Слезы близких на сырой земле, я обниму их ветром. Окей. Не моя, правда, тоже. Залетай, не хочу даже. Последнее время все, я старичок уже фристайлы не вывожу. Бля, очень красивый текст, красивый трек, не мое, но это круто. Я отлично закончил с таким байбом. Слушайте, даже несмотря на то, что добавил, ну, далеко не все треки, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть из десяти, как будто такой альбом можно добавить даже. Сейчас я посмотрю, утягается ли он. Вот как вам, можно ли добавить такой альб? Тягается. Я хочу посмотреть, тягается ли он. С Хоксиком? Нет. С Фенди? Не знаю. С искусством? Не знаю. С Салуки? Салуки мне больше нравится. С Лонер мне больше нравится. Декма мне больше нравится. Мальбек? Не знаю. Благо? Тоже не знаю. С Мили тягается, я думаю. С Алблаком тягается. Сода лучше. Айзек лучше. 707 лучше, Майот лучше, Пьор, может быть лучше, Кукудая вывозит, Кая не знаю, Финкуна не знаю, хотя, наверное, Кваки попизже. Не, я думаю, нет. Много альбомов его уничтожают. Ага. Просто чтобы ты слушал. Да, я не буду полностью альбом слушать, потому что треки 1, 9, 10 меня напрягают. Они не мое. Я буду слушать треки, которые вот с 4 по 7. Пожалуйста. Да, я это буду делать. А вот как полноценный альбом, я думаю, я сам с собой согласен, что
Скорее всего, если про цельное, про целый альбом говорить, то все-таки нет. Тем не менее, это очень красивый альбом. С крутой подачей Аквакея. Разнообразием битов. Интересным свидосом, эффектами разными. Которые мне познакомили с Аквакеем и оставили положительное впечатление. Вот, это круто, я кайфанул, спасибо. Теперь мы следим за Аквакеем, за его релизами. Ждите, то есть реакции будут на следующие треки. Ну и про старые тоже не забывайте предлагать. Теперь самая сложная часть. Кому достанутся баллы? Это правда тяжело. То есть для начала, я думаю, было бы логичней решить, какой трек лучший в каждой части. Да? Да. Outta Mood. Так. Это охуенно. Автомат, она целует мои руки. Проушил с бенд, он не верит этой суке. Шутаут моим предкам, курю дерьмо в клетке. И Вайтнер разъебал. Ой, блядь, тяжело, пиздец. А Петр Мамонов? Чисто сделать акцент на то, что зарубежный чел хуже. Плюс... Да. Да, четвертый лучше. В первой части четвертый лучший трек. Далее тут. Я жгу эту коноплю. Я тебя очень люблю, но ты бывает меня бесишь. Я лечу на. Ой, блядь, тут сэмпл ёбнутый. Восьмой трек лучший. Я не буду рассматривать восьмой, он крутой, но вот по моему мнению, мы же как бы тут про мое мнение, этот ставка-то была. Восьмой крутой, но для меня вот, блядь, по структуре он сосет, честно. Прямо по встречке, а я не боюсь, нет, нет, я не боюсь, а я не боюсь, для меня нет, не учитывается. Но как раз таки в ставке именно мое мнение и учитывается, к сожалению. Я не боюсь смерти, она меня давно забрала. Я не боюсь Богу, мы с ним на коннекте, сука, бля. Твоя шлюха мне дала прямо после шашлыка. Очень тяжело. Потому что седьмой еще, блядь, лучше, пиздец. Очень тяжело. Бля, это тоже охуеть тема. Я хожу по грязи, двигаюсь на грязь, с утра уже в масный трактор. Тянка и слазь, я хочу истаять, как будто сталкер, иду за картон. Меня из-за зэк, курю из праза, хочу тебя жестко, в плане половом. Потом заебало, кончилось мана, звуки из подвала, без пятнем. Это нереально, сток дженерейшн, всем все платят, а блядь, или театр. Чу на всем сразу, они хотят фото, просят концерт, хейтер сосай. На сиги в юху, ты шепишь мне в ух. Бля. Самый лучший. Stock Generation вывозит за счет фита, и там еще NFT сделал лучше за счет эффектов плюс битвайба, да и больше дает смотреть работу артистов. То 4 лучше. Не, застелил 5 охуенно, там базару 0, но зарубежный чел не вывозит уровень 4 трека. Вот, я про вот это. А, это охуенный трек Петр Мамонов, один из лучших на этом альбоме, конечно, 100%. Входит в топ-4, типа, вообще без проблем. Но если мы говорим про совместную работу целостного трека, как Аквакея и гостевого артиста, то четвертый трек точно лучше пятого. Зайди в чат ТГ. Сука, ну кто-то на АВУ должен поставить, я жду. Кто-то и кто-то ставит. Я хочу, чтобы вы все разные были, это было бы охуенно. Разъёб. Да мне кажется, даже седьмой лучше, он понятней. Лучше седьмого. Блять, так, по седьмому я хочу разобраться. Знаю, блять, тух мавроди, метка жарко. Да, мои джинсы так на 50. Весь мех натуральный, секс анальный. Во мне сейчас где-то 250. Инструментал ёбнутый. Я делаю бабки, я делаю славу и делаю всё, чтобы всё удержать. Я могу на мнение, и какой статус, лайны, кетамина. Я буду играть, это нереально. Stock Generation, всем всё платит, а блядь, летят. Блядь, летят.
Вообще, это настолько сложно, решить, что я бы попробовал. Очень тяжело, правда. Что я бы попробовал это сделать через качество треков. Я не могу отдать баллы всем. Через качество треков. По качеству треков можно по системе флома въебать. Но без вайба, без тренда. Попробуем такую хуйню ёбнуть. Так, подожди, а восьмой еще раз? Вы так за него топили? Нет, я не устал жить. Нет, я не устал жить. Я не хочу жить. Это охуенно, да, но это... Однотипно. Нет, я не устал жить. Я не хочу жить. Только с тобой быть. Нет, я не устал жить. Я не хочу жить, только с тобой быть. Я б только одну ночь, я б только сутки видеть свою смерть. Снова и снова, снова и снова видеть свою смерть. Нет, я не устал жить, я не устал жить. Я не хочу жить, только с тобой быть. Ты своей любовью, ты своей правдой. Если смотреть логически, то со второй части тебе больше нравится, потому что поэтому он должен выиграть, но тебе не нравится 7. Бро, просто проблема в том, что тут голосовалка не какая часть лучше, а в какой части лучший трек. Это разные вещи, к сожалению. А так-то, так-то да, было бы, конечно, лучше. Мы все любим эти бабки, у всех своя правда, ты не виновата. Но лучших треков, да, во второй части больше. Не виновата, ты кричишь мое имя. Ну да, да, заебывает чуть-чуть. Так что, я думаю, 100 Generation со второй части. Я думаю, да, давайте сравним 4-7. Что, делаем по флому тогда? В таком случае. По флому пробуем. Там поровну, по сути, по 3 трека же добавил с каждой части. И то верно. И то, да, не, но восьмой лучше второго, если сравнивать аутсайдеров в каждой части. Давайте попробуем, что из этого тупо выйдет. Вот что из этого выйдет, посмотрим. Просто мне интересно даже. А мне интересно, Аквакей был у Флома хоть раз? Флом, Аквакей. Нет. ZT код 80. Она хочет мои деньги, но я дам ей сердце. С утра курю косяк, я даже не успел одеться. Затянул еще и моих легких мало места. Вот тут будем оценивать, не помню. Трапин автомат, она целует мои руки. Прошел из бенда, он не верит этой суке. Шатаут моим предкам, курю дерьмо в клетке. Находит тонировки, не мешая на разведке. Все хотят есть, я везу для них наличку. Ты много пиздел, тебя поймали как птичку. Куришь только дичку, а не чекаю личку. Больше перебрала, передал ему водичку. Я постоянно грустный, потому что знаю, кто я. Но несмотря так, на ну это, тут просто условно поставим. Любит меня сидя, просто любит помню. Меня лежа. Любит мой вайп, и мы этим похожи. Теперь на новых схемах люди поменялись. Поджигают джойн, чтобы скинуть усталость. Ты нихуя не черный парень, тебе показалось. Я снова первый номер, это мной предполагалось. 1% на телефоне. Курю все вдвоем, я знаю, по имени запомнит. Эй, окей, мне не нужен ровер. Пройду где угодно, мои мысли только они. Самый-самый новый. Меня интересуют нули. Так много людей, но детка, мы с тобой одни. Ты знаешь больше, чем они. Когда мне светят твои глаза. Да, рифма глагольная бывает, да. Еще личка, птичка, водичка. Наличка тоже такое. Ну вот так я бы поставил. Сильно, 77 баллов. Даже можно, если что тут. Подождите, давайте этот сердце, одеться, место с детства, кайф, ну почти кайф, руки, суки, клет, да блять, тут, кстати, текст так-то пиздец, я бы даже 7 ебал,
Тут текст ориентирован, но тут все равно по главному знать, хуже, где лучше. Толлер, номер, так, запомнят на телефоне. Нет, текст не 9, я даже к семерке думаю. Ты рифмы чекаешь, а не текст. Факт. Хорошо, пускай будет 8. Структура, может быть, 7. Вот в этих двух я не сомневаюсь. Структура, пускай будет 8. 77 баллов этот трек набирает. Теперь 7. Но по качеству как будто все-таки заберет, я думаю, Automood. Полностью послушаем, да. Я хожу по грязи, двигаюсь на грязь, с утра уже в масный трактор. Тянгри слайс, я хочу оставить, как будто сталкер, иду с картон. Меня из-за закурю с фразы, хочу тебя жестко, в плане половом. Потом заебало, кончилось мана, звуки с подвалом, без пятнем. Это нереально, стоп дженерейшн, всем все платят, то блядь, летят. Торчу на всем сразу, они хотят фото, просят концерт. Вот я сейчас понимаю, что мне 7 больше нравится. Бух, что я самый лучший, так знаю, блядь. Тух, ма, вроде метка жертвы, да, мои джинсы так низко висят. Весь мех натура. Да. Сейчас где-то МГ-150. Нет смысла. Я делаю бабки, мне седьмой больше славу, нравится. Делаю все, чтобы все удержать. Мне похуй на мнение и на твой статус. Лайны кетамина, я буду играть. Тут еще и второй чел. Да, блядь, что? Какого хуя нахуй? Вот как это придумано? Бог, кто ты мне не интересно. Ну, может, 9. Бог, кто я забудь меня сейчас. Хотя еще инструментально, ладно. Но этого чела хуже реализация. 10 Аквакей. Дальше, ну ладно, 9. И Фаруха 8. Возможно, 9 структура. В любом случае, не знаю, сколько сейчас баллов получится, я бы хотел, чтобы выиграли двойки. Мне нравится 7 трек больше, честно. Реализация 8. Но мне нравится трек 7 больше. Так, хожу по грязи, двигаюсь на грязи, я уже мазан на трапдомах, числа, если хочу ставить сталки, разумно карту. За, закрою с бразой, жестко в плане половом, заебало, мана. Так, сразу. Больше рифмовок? Но они хуже много где. 8-9. Тут. Тут, кстати, еще и менее текст-ориентированный жанр. Тут ритмика-ориентированность. Как будто 9 даже. 8-9. Если 8, 77. Ёбаный рот, да ну нахуй. Но я бы 9 тоже поставил. И тут как бы, ну, блядь. В любом случае, оба по 77 получили. Даже вот если так поставить, это пиздец. Блядь, как и предыдущий. Ну, охуеть. Но я думаю, двойки выигрывают. Очень тяжело это было решить. Но выигрывают двойки с 7 треком. Очень тяжело, просто пиздец. Так, в общий плейлист эти два однозначно.
И я думаю, все, на этом в целом хватит. А, ну и так как вам восьмой всем нравится, восьмой добавлю еще тоже. Восьмой всем нравится, тоже добавим. Вот. Ну, пиздец, ну баллы были огромные. Тут нужно было подокодить, подумать. Нужно было подокодить, подумать. Так что, я думаю, вопросов нет. Вот. Очень крутой альбом. Сейчас вот еще, да, некоторые треки переслушали, и, ну, я понял, что это пиздец прям мясо, тема крутая. То есть, если даже по качеству судить, тут под 80-ки набирает. Ну, это жестко. Это жестко. Спасибо, спасибо Аквакею. Ждем новой музыки 100%. Это было круто. И вам тоже спасибо, что предложили. Пиши, я кайфанул. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.